вопрос. Ну, что-то он молодой вроде бы, этот самец. Да, молодой самец. Но не хочу брать его пока. Оставлю на потом. Я просто недавно видел буйвола тоже, как бы. Вот на этом месте где-то альбиноса. А тут я встретил на этом месте. Может быть, это тот же. Ну, есть матерый двоечка тоже. Ну, можно брать, в принципе. Рискованно, но можно. Взрослая единичка. 100% можно брать. К ним 160 метров. Надо с лука добывать. То есть надо подходить прям очень близко. Вот буйволы часто идут на тебя. Вот на них даже манка не надо. Просто ближе подойди. Очень часто они будут сами к тебе потихонечку идти. Делаем паузу, не забываем. И подходим, подходим, подходим. Альбинос идет к нам, да? Ну ты нам не надо. Вот это взрослый меня интересует, единичка. Ну, в принципе, можно попробовать уже. Ветер вправо. 3,3 метра, не такой сильный. Отлично, взять на месте. И в этот раз никто не нападает. Отлично. Идеально даем в легкое. Одно пробиваем, второе пробиваем. Что там у нас по здоровью? 52% всего лишь. Супер. То 16 метров, прям очень близко. Нет, они прям бегут. Прям убегают. Состояние спокойное, но они все равно убегают. А, боже мой, ветер ж прям на них. Господи. Ладно, хорошо. Попробуем объехать. Ну попробуем, попробуем подходить. Наготове, понятно. Так, будем ждать, пока они успокоятся. Но молодой идет. Взрослый. Ой, сейчас как побегут, чувствую на меня все. 86 метров, самец спокойный уже, да? Успокоились? Почему вы не идете на меня, мне интересно. Наготове уже опять. Ну да, тут надо, чтобы они подходили к тебе. Манка нету. И разработчики, видимо, так и сделали, чтобы хоть как-то можно было охотиться на буйволов. 78 метров. Но это далековато. Отлично. Забираем 78 метров. Брал чуть-чуть выше и чуть-чуть правее, потому что ветер 3,6 влево. Сейчас посмотрим, куда мы ему попали вообще. Ну, стрела показывает, что попали прям идеально, да? Да, я стрелял где-то вот сюда где-то стрелял, и она прилетела прям вот супер. 24% взрослый самец, шикарно. Что мы ему пробиваем? Да, да, далеко, далеко, поэтому стрела вот прям на грани своей силы, да, зашла. Интересно. Но все равно свалился на месте. Пробито всего одно легкое. Так, очередное стадо. Взрослая единичка есть, тоже есть подходящий. Взрослая единичка, еще один. Теперь основная задача подобраться, не напугать их. Это красивое место, вот этот туман такой ли? Да, туман скорее. Так, а там еще кто-то, да? Голубые гну вроде бы. О, уже кто-то идет, самка молодая. Нет, мне нужен самец, ребят. Мне нужен самец, иди самец, пожалуйста. Зачем самку послали? Наготове, понял, стоим. О, правильно. Супер решение.
Ну, самка хочет ко мне и все. Передумала опять. Ты определись уже. А, вот кто-то идет. Даже парочка. Один. И самка, как всегда. Эта самка не может успокоиться никак. Наготове. Ну, прям опасно. 50 метров. Хорошо, будем брать сейчас уже, наверное. Пристрелка на 50. Забираем. Задеваем легкое, да? Слушайте, ну, я один раз даже убил самца, просто задев ему мягкие ткани. Он упал на месте. Я в шоке был тогда. Вот просто мягкие ткани, он упал на месте. Я промахнулся, зацепил буквально, ну, кожу ему и все. Вот это меня огорчило, если честно, очень сильно. Типа, как это возможно? Это невозможно просто. Но что было, то было. Я надеюсь, что просто какой-то баг был или что-то с системой там в игры непонятно, короче. Но неприятное было зрелище вот это наблюдать, что ты убил буйвола, просто зацепив ему кожу. 51% самец взрослый. Нормально, забираем в легкое. Хорошо, отлично. Все остальные убегают. А, вот еще стадо. Ну, прям большое стадо. О, это что было сейчас? Я ж тебя вроде не напугал. Ё-моё, ну... Так, ним было 150 метров, и они испугались чего-то. Я все-таки нашумел.